Секреты успеха для женщин-стрельцов. Здравствуйте, меня зовут Анастасия Сапрыкина, я профессиональный астролог. Женщина-стрелец. Она знает себе цену, статная, интересная, авантюрная, несет радость в жизнь людей. Она озаряет собой все пространство, будет создавать атмосферу праздника и улыбок. Есть два типажа женщин. Первые – это карьеристки, которые ставят бизнес на первое место. Вторые – это светские львицы, увлекающиеся искусством и посещающие мероприятия. Женщина-стрелец будет долго искать себе пару, чтобы соответствовал мужчина всем ее ожиданиям. Прямолинейность во всем. Она не хочет быть как все, будет делать по-своему. И это не из-за того, что она вредная, а потому что она сама знает лучше. У них отличное чувство юмора, всегда найдется выход из любой ситуации и очень сообразительно, остроумно. Общение с понравившимся мужчиной изначально может создавать стеснение, но это только если прям сильно понравится этот мужчина. На втором этапе уже она становится звездой. Одежда для вас – это как самовыражение. Вам идет та, в которой комфортно и свободно. Подходит непринужденность и небрежность. Деловые костюмы, каблуки, качественные вещи, много образов и можно делать акцент на брендах. Лучше всего реализуется в роли руководителя, вдохновителя, управленца, учителя. Возможно, стоит направить свою карьеру в сторону иностранных компаний или брендов. Возможно, открывать оптовые компании, выходить на масштаб и объем. Привычки, которые сделают вашу жизнь лучше. Во-первых, это изучение иностранных языков. Во-вторых, расширение своего мировоззрения, общение с людьми выше по статусу. Искусство, мероприятия, бомонд, дорогие бренды. Можно попробовать игры на логику и заниматься верховой ездой.